Александр, а вам Брэд Питт нравится? Конечно, отличный актер. Лестно, когда сравнивают? Если честно, то да. Это вы считаете, это прежде всего имеется в виду внешнее сходство или какая-то энергетика и актерское мастерство? Ну, я бы хотел верить в то, что это все-таки энергетика. Я не знаю насчет схожести внешней, не могу судить, но мне бы хотелось так думать, что это из-за каких-то энергетических потоков. Вас очень многие люди авторитетные в отрасли, так скажем, я про кино говорю, сравнивают и с мастерами отечественного советского кинематографа. Я просто вот прочитаю, с вашего позволения, реплику Сергея Майорова, который был продюсером фильма «Пока цветет папоротник», что Саша Петров очень талантливый парень, уникальный невростенический тип артиста. Такими были Смоктуновский, Борисов, Кайдановский. Это приятно. Вы сами это видите, чувствуете? Не знаю. Наверное, как сказать, неправда было бы... Вот программа у вас так называется. Неправда было бы, ну, как бы так сказать, что я это не чувствую. Мне хотелось бы так чувствовать. И я понимаю, что это те... люди, фамилии которых вы только что зачитывали, их еще очень-очень много, которые отрабатывали на 900% и в кадре, и на сцене, чем сейчас, я думаю, не очень славится ни российское кино, ни российский театр. И мне бы хотелось так же. Ну, то есть я чувствую, что у меня получается иногда так же пытаться отрабатывать на те самые 900%. Не знаю, откуда такая цифра возникла, но это очень много, это нужно больше, чем 100. Ну, то есть не наполовинку здесь и наполовинку здесь, а вот они так жили, они жили этим. Это все, что у них было в жизни, это вот это. Мне бы хотелось так же. Я думаю, что поэтому иногда бывают такие сравнения. Ни в коем случае не жалеть себя ни в чем и нигде. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».